Они нам строить и жить помогают. В политехе проходит Всероссийская студенческая олимпиада по строительству. Студенты 4-го курса ведущих вузов страны приехали в Иваново, чтобы проверить свои знания. Участников поприветствовали сотрудники предприятия «Железобетон». Пожелали всем удачи, а лучших пригласили на работу. На предприятии нужны именно хорошие специалисты. Не секрет, что некоторые студенты, окончив институт, не работают по специальности. Я надеюсь на то, что вот как раз эти студенты, которые у нас присутствуют здесь, будут работать по специальности, будут приносить пользу и себе, и стране. В олимпиаде принимает участие 21 студент. Все как на экзамене. Нельзя пользоваться телефоном и литературой. На столе только ручка, чистые листы и билет с заданиями. На то, чтобы показать свои знания, отведено 4 часа. 3 вопроса посвящены производству железобетона и железобетонных конструкций. 1 вопрос посвящен производству керамических изделий. И 1 вопрос посвящен технологии полимерных строительных материалов, изделий и конструкций. Жюри определит 3 победителей. Данные о студенте, который займет 1-е место, отправят в Российскую академию архитектуры и строительных наук. А это серьезный бонус для дальнейшего развития. Так что игра стоит свеч. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.